Жители округа присоединились к региональному проекту «Парковый ответ». Для люберчан в Центральном парке провели развлекательную программу и мастер-классы по выращиванию пряных трав и цветов. Подробности в сюжете. Люберецкий городской парк украсили еще несколько цветочных клумб. Работа по их оформлению принадлежит членам клуба «Активное долголетие» и школьникам. Я посадил этот цветочек, потому что мне нравится природа. И я люблю, когда красивые клумбы. И когда я буду приходить сюда гулять, я буду ухаживать за всей этой клумбой. Одна команда высаживает рассаду, другая уже подготавливает площадку для новой клумбы. Мы вообще приветствуем все мероприятия, в которых активно участвуют наши дети, которые также присоединяются, родители, педагоги. Мы приглашаем, мы информируем, и вы сами видите результат, даже активное долголетие наше всегда поддерживает наши проекты, за что мы очень-очень им благодарны и рады. Уже высадили в виде сердца клумбу. Также у нас будет здесь грядочка с укропом и морковкой. Пока школьники оформляют клумбы, старшее поколение присоединилось к мастер-классу по флористике. Люберчанам рассказали, какие растения лучше уживаются в одном горшке и как правильно за ними ухаживать. Организовано было все. Нам показали, как правильно посадить растения. Все объяснили. И некоторые подборку сделали, что можно в чай бросать, пить. Ну, в общем, нам очень понравилось. Да, на подоконнике можно выращивать. Для самых маленьких люберчан подготовили развлекательную программу и селфи-квест. Мероприятия в рамках проекта «Парковый ответ» прошли в 40 муниципалитетах Подмосковья. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.